Академии Островского прошли соревнования по большому теннису. Участники, сотрудники градообразующих предприятий и работники Международной академии туризма. И среди них не только любители, но и опытные теннисисты. Мне 68 лет. Я уроженец города Сходня. В теннис играю 55 лет. Дима Губерниев мой сосед. Любой вид спорта помогает здоровью. Даже не обязательно спортом заниматься. Физкультурой надо заниматься. И надо делать хорошие, добрые дела. По условиям турнира всех участников делят на две группы. Каждый матч длится до 10 очков. Затем выявляют лучших теннисистов. Они и выходят в полуфинал. А здесь уже начинается борьба за золотые, серебряные и бронзовые медали. По словам организаторов спартакиады, из года в год уровень любительского тенниса в Химках растет. Видно, что кто-то в детстве занимался, кто-то любители в возрасте занялись, но играют постоянно. В парке вот рядом тут я вижу летом, корты заняты постоянно. К нам в академию ходят. Напомним, что спартакиада среди работников предприятий «Химок» проходит по всем популярным видам спорта. Футбол, плавание, бадминтон, волейбол, баскетбол, дартс, шахматы. И главная задача – это привлечь как можно больше работников разных предприятий к здоровому образу жизни. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости «Химки ТВ».